Команда город Сургут. Команда Сибанда Юганск Масти. Город Нефтеюганск. Команда центра. Команда города Верхняя Пышма, Свердловская область. Команда города Лентора. Команда города Мегиона. Приветствуем участников открытого кубка Ямала по мотокроссу. Дорогие друзья, дорогие участники, жители города, на жителей администрации города мы приветствуем вас на открытом кубке Ямала по мотокроссу. Мы желаем в этих непростых условиях командам, конечно же, бескомпромиссной борьбы, показать лучшие результаты и добиться заслуживаемой победы. Всех участников с праздником спорта, удачи и успехов вам! Слово предоставляется генеральному директору открытого акционерного общества «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз» Павлу Ивановичу Крюкову. Уважаемые участники соревнований, уважаемые болельщики, жители города Ноябрьск, я рад приветствовать всех вас здесь на 10-м юбилейном мотокроссе на Кубке Ямала. Вы знаете, город Ноябрьск уже не одно десятилетие с помощью компании «Газпром-Ноябрьскнефтегаз» проводит данные соревнования, а также другие турниры по мотокроссу. Я желаю всем участникам хороших скоростей, азарта, победчих падений и, конечно, победы. Разрешите мне соревнования на Кубок Ямала считать открытыми. Уважаемые спортсмены, тренеры, механики, любители мотоспорта, разрешите мне от имени Мотоциклетной Федерации России выразить вам большую благодарность за то, что вы здесь, за то, что вы с нами, за то, что вы будете дарить людям радость и счастье. Вам, спортсменам, удачных стартов, финишей. Вам, уважаемые любители мотоспорта, да, приятных ощущений. В добрый путь, мотогонка! Большое спасибо почетным гостям за добрые слова и пожелания. Спортсмены и судьи готовы, болельщики тоже. Основно регламенту. А сейчас... Мы ждем праздника для наших жителей города, для наших участников, для наших работников, потому что часть участников всех соревнований – это наши работники. Поэтому «Газпромнефть» всегда вкладывает деньги в тот же мотоклуб. Мы каждый год вкладываем деньги, покупаем форму, покупаем спортивные мотоциклы. И это делается не для того, чтобы там побеждать, это делается для того, чтобы наши работники, жители нашего города занимались спортом, занимались своим развитием, показывали пример будущим поколениям, что нужно заниматься спортом, участвовать в соревнованиях. Ну, соответственно, это приводит к тому, что честь города, честь компании уже звучит не только в нас в городе, в округе, а звучит уже и на всероссийских соревнованиях. Что пожелаете спортсменам? Ну, спортсменам всегда желаем в таких случаях только победы. Победы без травм, без аварий. Пусть победит сильнейший. Но я надеюсь, что «Газпромнефть» сегодня нас не подведет. Как и в прошлом году, станет чемпионом Кубка Ямала. У меня вопрос такой. Юбилейный сегодня, 10-й, да? Да. Кубок Ямала. О каких результатах можно? Я сейчас имею возможность побеседовать с ветераном мотоспорта. За 10 лет. Который представляет город Тюмень. Сережа? Да, участникам с каждым годом все становится Сережа, больше. Кубок Ямала свою географию расширяет. Все больше и больше команд приезжает к нам. И не только с Ямала, как вы слышали сегодня, есть и Сургута, и Снягани команды. Поэтому с каждым годом все больше и больше. Я думаю, что не за горами тот период, что Кубок Ямала перерастет уже там, ближе к Кубку России.
которые прошли в городе Сургуте. Сергей Пятников... Но по всей стране. Вы этого, конечно, хотите. Номер 136. Кирилл Шулев. Сакин Сургут. 141. Александр Масич. СТК Трек Питья. Ян Пустовитов. СТК Трек. Город Питья. Ну что, что ж, дорогие друзья, нас ожидает очень интересная спортивная. Возраста и не знаком. Еще раз прошу, ребята, покиньте, пожалуйста, стартовый канал. Мужики. Еще раз, дорогие друзья, напомню, возраст спортсменов 12 лет. Но вчера у нас выступали еще Да, встречайте. Давай, сюда,
ребята как бы на привязи, на связи, на более высокое место. Продолжается первый заезд класс мотоцикла с объемом двигателей 13 годиков. И впереди. Из города Ноябрьска. Но пока лишь только лучший результат из Ноябрьска. Третий результат. Номер 440. На второе место переместился участник по старту номером 118. Однако он не пошел уже в подтягивание на третьего. Первый занял контракт на 65. Номер 107 Данил Газетинов. Нашей гонки по-прежнему лидер сейчас представит на какое-то высокое место. Номер 24 Шалюн из Рапов, сибирский регион, город Сургут. 27
Нам не летят. Подальше. Thank you.
номера спорта, стартовый номер 64. И третьим стейнере этого класса у мотоциклов 25 минут 32 минуты. Что для вас мотокросс? Почему сегодня пришли? Очень интересно, каждый раз хожу. Всегда хожу. Болею за Ноябрьск. Сегодня чем-то гонка принципиально отличается от прошлогодних? Ну, только по погодным условиям, а так все отлично. Как считаете, наши нормально выступают? Отлично, да. Они всегда хорошо выступают, но сегодня отлично выступают. Кто вот может конкретно и чем нравится? Да, в принципе, я так не скажу. Все нравятся. Я, в принципе, мне нравится спорт. Сами заезды, сами. Мне не конкретно чемпионы, а, в принципе, нравится мотокросс, мотоспорт. Чем нравится? Ну, как, это не объяснимо, можно сказать. Да я не могу так сразу сказать, чем нравится. Да. Ну, свою напористость, ну, это воля к победе. Все-таки интересно, мужской вид спорта, женщины болеют. Я вот мужчин своих привезла. Еще пару слов. Вот скажите, чем нравится мотокросс и почему вы сегодня пришли? Ребенку показать. Первый раз. Для него это первый раз. Как ощущения от гонки? Волнительно. Может, за кого-то лично болеете? Нет, никого лично не знаю, но, естественно, за нашу ноябрьскую команду в первую очередь. Как они выступают, на ваш взгляд? Мы не с самого начала, к сожалению, но неплохо, молодцы. Думаете, победят? Надеюсь, что да. Верю в них. Надеюсь на лучшее. Почему нам это круто? Мне интересно. А чем привлекает этот вид спорта? Вроде бы мужской вид спорта, и девчонки и болеют.
У меня одноклассник ходит на мотокросс. И вот, Варта, расскажи, первый раз пришла на мотокросс. Как, что понравилось больше всего сегодня? Я пришла недавно, только посмотрела, как есть. И что понравилось? Как ездят. Ясно. Мотоциклы-то, то есть у тебя даже смотреть и не страшно, может быть, некоторые смотрят и даже страшно смотреть, не то что ездить. Вот как у тебя ощущения? Страшно, не страшно? Какие испытываешь эмоции? Нет, не страшно. Юноши, умудренные опытом моноспорта, традиционного юбилейного открытого розыгрыша, приступим к процедуре награждения. Все, спасибо. Ребята, ждем награждения, да? Сюда. Ребятки, это не на ваших тренеров. А вот самый юный, самый крутой парень. Здравствуйте, как вас зовут? Алеша. Алеша, Алеша, Алешка. А какое место вы заняли? Общее третье. Третье, я вас поздравляю, уже не снимай вальчику. Вы гигант. Мы ждем от вас через 33 года, через 3 года, чтобы вы стали кандидатом в мастера спорта. Вы хотите этого? Вот видите, все нормально это у нас. Ребята, еще немножко, еще чуть-чуть повторить кадр. Как ваша фамилия, Василий? Теркин. Нет, не Теркин. А как? Василий? Фамилия? Как? Василий. Василий? Вы не серьезно, что ли? Ребята, я получил кайф огромный. Вы ни хренашеньки себе, а? Выбрал пацана, которого зовут Василий. Дорогие друзья. Скажите, пожалуйста. У этого паренька сегодня что? У него сегодня, Васильева, день рождения. Эта гонка для него пускай будет не последней. Это первое интервью. Я думаю, что это не последнее. Мы поздравляем вас. Итак, еще раз. С днем рождения! С днем рождения! Вася, спасибо тебе. Спасибо за то, что ты, Василий. Я сейчас только выпил, принесу тебе обязательно. Иди строй. Спасибо тебе. Слушайте, это здорово. Итак, внимание болельщикам, гостям и участникам открытого кубка Ямала по мотокроссу. Мы начинаем церемонию закрытия соревнований. Через несколько минут мы узнаем имена победителей. Те, кто, следуя олимпийскому призыву, стал быстрее, выше, сильнее. Ну и сейчас я хотел бы, чтобы мы поприветствовали те команды, которые участвовали в открытом кубке Ямала по мотокроссу. Давайте еще раз бурные аплодисменты. Команду города Царикарда. Команду города. Технического клуба «Форсаж», город Надым. И погромче давайте аплодисменты. Команда Центра технического творчества «Легион», город Лабытнанги. Команду «Форсаж». Команду «Юганск Мастер», город Нефтеюганск. Команду Центрского клуба «Трек», город Бытия. Команду города Таллинка. Команду города Югорска. Команду города Таллинка. Мы приглашаем его к нам. Начальнику управления социального обеспечения открытого акционерного общества «Газпром Нефть Ноябрьск Нефтегаз» Виталий Александрович Картавый. Мы начинаем церемонию награждения по мотокроссу в классе машин 50 кубических сантиметров. И диплом за третье место вручается Самойлову Алексею, Сибирский регион, город Сургут. И первое место.
Шулеву Кириллу. Факел, город Сургут. Шулев Кирилл, первое место. Факел, город Сургут. Класс машин 50 кубических сантиметров. Также мы хотели бы пригласить на сюда к нам всех участников в этом классе. Это Киселев Евгений, Гуреев Глеб, Роман, Лаба Кирилл. И все наши победители получают от открытого акционерного общества «Газпром» нефть «Ноябрьск» «Нефтегаз». Аплодисменты победителям в классе 50 кубических сантиметров. Вот они, второе место. Мамедов Артем. И первое место в классе машин 60. Анатолий. Памятное фото. Ребят, спасибо большое. И первое место в классе машин 125 кубических сантиметров — Шишин Николай. И наши победители получают, конечно же, дипломы, кубки, медали и ценные подарки открытого кубка Ямал по мотокроссу. Второе место — Харламов Алексей. И первое место в классе машин 500 кубических сантиметров. Наоборот. Андреев Андрей. Там лежит. Спасибо. Там и здесь. Молодец. Достойно. Давай. Хорошо. Хорошо. Нашим победителям донести призы. Еще раз памятное фото. Вот они, победители в классе 500 кубических сантиметров. Так, Андреев! Да! Газпромнефть, это вручается уже. Четвертое место, да? Четвертое место — Газпромнефть. Ага, вот сюда я сейчас приду. Занимает команда «Юганск Мастер», город Нефтеюганск. И первое место.
и Мало-Ненецкого автономного округа по мотокроссу. Занимает команда «Газпром Нефть-1», город Ноябрьск. Вот они, победители! Но мы просим еще не уходить, ведь наши соревнования не закрыты. Уважаемые друзья, поздравляю вас с закрытием открытого Кубка Ямала в городе Ноябрьске. Желаю вам всех спортивных успехов, хорошего здоровья и ждем вас на гостеприимной ноябрьской земле. Спасибо. Спасибо, Виталий Александрович. И слово предоставляется первому заместителю главы администрации города Ноябрьска Андрею Ивановичу Касьяненко. Дорогие друзья, еще раз разрешите поблагодарить руководство, наставников, тренерский коллектив команд за подготовку участников к данным соревнованиям. И, конечно же, спортсменов за волю к победе и за показанные результаты. Друзья, до новых встреч. Соревнования объявляю закрытыми. Спасибо большое всем участникам, спортсменам.